В 2017 году в хозяйственном апелляционном суде Одесской области может остаться всего 15 судей из 36. Причина кроется в новой реформе. Она предполагает уход ряда судей и ограничение работы части тех, кто остался на местах. Если не будут предприняты какие-то радикальные меры, то мы можем не столько даже радикальные, сколько, наверное, быстрые меры реагирования по заполнению судейского корпуса, то может наступить, в принципе, коллапс. Сегодня у нас штатное количество судей нашего суда 36 человек. Фактически все дела, весь пласт, который рассматривался, был рассмотрен всего лишь 27 судьями. При этом у нас 7 судей уже написали заявление об отставке. Их заявления, как прогнозирует Высший совет юстиции, должны быть рассмотрены к концу года. Поэтому, как вы понимаете, уже именно на 1 января у нас должно остаться только 20 судей. Еще 5 также думают об отставке. Судьи жалуются на условия работы, говорят, их удерживают в зале заседания, жгут личный транспорт, обливают зеленкой, угрожают физической расправой. По предварительным данным, только за 2016 год суды Одессы были заминированы 100 раз. Сейчас очень модно стало привлекать псевдообщественников. То есть приходят люди непонятной спортивной внешности, не понимают, о чем идет, слушается дело. Когда им задаешь вопрос и спрашиваешь, скажите, пожалуйста, а, собственно говоря, по какому вы делу, с чем вы не согласны? Мы, как правило, слышим ответ, подождите, сейчас подойдет старший, он вам все расскажет.